свою молодость я мог только мечтать о таком. Во-первых, сколько людей, обратите внимание. А во-вторых, сколько тренажеров. И все это в экопарке. И все это счастье. Не это счастье. Вот это счастье. Все это счастье построил Iron King. За что ему огромный респект. И продумали, главное, молодцы. Я вот смотрю, просто поражаюсь. Во-первых, антивандальные вот эти лавки сделали. То есть можно и зимой делать. Во-вторых, ни хрена ничего не сопрешь. И первое, что делает наш российский молодой человек, который приходит, он пытается все это вытащить каким-то образом. Но ни хрена ничего не получается. Все продумано. Вот эти блинчики, огромное количество жимовых лавок под разными углами, но они сделаны так, что спереть невозможно. Поверьте на слово, я пробовал. Я также первое, что сделал, это попытался вытащить штанги, даже самые маленькие. Пытался вытащить вот отсюда, из этой рамы силовой. Ни хера ничего не получается. И гантели, обратите внимание, все на цепях сделаны. Ну, конечно, я думаю, что камеру все равно со временем надо будет поставить, потому что у нас народ очень продуманный. Он придет с клещами, и эти цепи будет обрезать. Ну, вот, смотрите, разные веса можно под разными углами, разные веса. Можно и грудь прокачивать, и бицепсы прокачивать. Вообще охрененно просто. И... Я пришел сюда, когда они только-только сделали, здесь еще грязь была, и мне было интересно. Думаю, как же они покрытие сделают в наших суровых уральских условиях. Вот они щепьем все это щепками, отходами древесными, старушкой все это засыпали. И, по-моему, очень удачное решение. В общем, Iron King'у респект.